Всем привет, YouTube привет. Вот третий обзорчик из раздела LED-лампы. Эта LED-лампа самодельная. Я давно хотел попробовать, что же такое RGB LED-лампа, и сочинил вот такую лампочку. Вот внутри у нее находится светодиодная ленточка, которая зажигается различными цветами. Вот начнем с устройства. Здесь вот он приделано управление вот этой LED лампочкой блок управления, который управляет как раз вот этой светодиодной лентой. Все это, конечно, Китай. Вот он сам пультик, который переключает цвета. Ну, начнем по порядку. Включаем. Вот он, зеленый цвет. Здесь регулируется яркость свечения. На экране, во всяком случае, вот у меня какой-то неравномерный оттенок. Ну, возможно, но не в этом дело. Вот так вот включается плавно любые цвета, любые оттенки. Вот, ну, принцип уже, наверное, понятен всем. Также можно включать вот, и он слегка бело-голубоватеньким таким отливом отдает. Но не в этом дело, все по порядку. Выключаем. Значит, лампочка. Здесь вот три ленточки в ней. Я не буду ее открывать. По предыдущим видео и так понятно, как она устроена. Вот она, ленточка RGB. Вот это устройство как раз разжигает ее, поджигает. Я что хочу сказать. Вот у нас как-то не принято эти лампочки Короче говоря, у нас не одобряют вот это RGB, типа того, что елка новогодняя и прочее. Но я считаю, что это имеет место быть. Вот западные ребятки, немцы, чехи, много я видео видел, и голландцы, вот с удовольствием этим работают, RGB. Так что я считаю, в принципе, это имеет место быть, и как бы желающие могут попробовать и свое мнение изложить. Я просто-напросто решил этим видео, ну, закончить эту серию ламп ледовских. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите, комментарии оставляйте. Еще раз вот покажу, что это дело интересное. Здесь также можно зажигать вот теплую и холодную полоску. Сейчас они у меня, правда, отключены. Вот, но дело не в этом. Видимость довольно-таки неплохая. Вот, яркость можно менять. Интенсивность освещения, вот как видно. Вот, меняется. То есть можно также настраивать. Тут есть и диммер. Вот. И в этих освещениях вот с ними можно играться и добиваться того, что на каких-то цветах, неудобных для вас, допустим, вот, или глаза, когда устают, менять цвет, в этом как бы есть неплохой шанс сделать работу свою лучше. Вот. В конце видео, вернее, не в конце, под видео будут даны ссылочки, я выложу. Вот, работы в этой лампочке. Так что пишите, задавайте вопросы, постараюсь ответить. Всем удачи, пока-пока.